6, мы выбрались из болота, спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Следите за силуэтами на крышах. Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов. Пулеметчик, двухэтажное здание, 30 градусов справа, первый этаж. Есть цель. Огонь. Готов. Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Огонь! Трехэтажное здание! 15 градусов слева! Балкон на втором этаже! Цель захвачена! Огонь! Б-6, мы выдвигаемся! Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 30 градусов слева! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Б-6, говорит Кабан. Мы можем наступать. Прием. Вас понял. Уходите и удерживайте позицию у поворота. Прием. Вас понял. Выдвигаюсь. Огонь!
них! Заходите с правого фланга! Они отступают! Всем быть начеку! Возможно, это ловушка! Огонь! Салахи бази! Ваадбиха! Аль-Машат аль-Бахрия! Илля табах аль-Тани! Терморадаре. Переключаюсь на ручное. Целься! Охренеть! Вы это видели? Да! Именно то, что надо! Отлично, Кабан! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги! Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у четвертого шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт.